Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый цветочек с объемными лепестками. Для работы нам потребуется моточек пряжи, крючок и бусинка. Начинаем выполнение нашего цветочка с 12 воздушных петель в замкнутых кольцо. Выполняем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Выполнили. Теперь вводим крючок в первую воздушную петелечку и выполняем соединительную. Наше колечко готово, и мы можем приступить к выполнению ряда столбиков без накида. Для этого мы выполняем одну воздушную петлю подъема и в наше колечко будем провязывать 23 столбика без накида. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Мы так выполняем до конца ряда, пока у нас с вами не получится 23 столбика без накида. После того, как мы с вами связали 23 столбика без накида в наше колечко, мы завершаем круговой ряд. Вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Это ряд у нас будет с вами основа для наших лепестков. Начинаем выполнение с 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее выполняем 2 накида на крючок и вводим крючок в 4-ю петлю от крючка. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4. Вводим крючок и провязываем наш столбик с двумя накидами. Полная версия мастер-класса доступна по подписке на сайте sharu.ru.